Доехать из Москвы до Санкт-Петербурга по новой платной магистрали можно будет минимум за 1300 рублей. Точная цена зависит от наличия транспондера и дня недели. В выходные стоимость проезда между двумя столицами составит чуть больше 2000 рублей. Заявленные цены касаются только легковых автомобилей высотой до 2 метров и мотоциклов. «Автодор» объясняет ценник высокими затратами на строительство трассы. Зато поездка по новой магистрали займет меньше 6 часов. Почти всю М-11 планируют открыть в ноябре этого года. Но строительство нового северного обхода Твери отложено до лучших времен.